Всем привет! Мы сегодня поговорим про ВНЖ. Более-менее устоявшаяся информация, кто сейчас будет получать или планирует ехать в Турцию, вид на жительство и реально, как что сейчас спрашивают. Как реально получить его, как подготовиться к правильной подаче документов, в том плане, что от вас потребуется, ну, чтобы хотя бы больше был процент вероятности, что вам подтвердят ВНЖ дадут. Отказов очень много, потому что у Георгия вообще есть не письменная, конечно, но установка фильтровать иностранцев в том плане, что а, скажем так, даже на продлении, кстати, не первичный ВНЖ, когда у вас уже было много лет пожили, у нас есть знакомые, которые прожили год и не уехали, потому что после неодобрения ВНЖ 10 дней на выезд воздается. То есть на продлении семейная нормальная адекватная пара им не продлили. Что сейчас кому точно дают ВНЖ, нет отказов. Сейчас в приоритете, ближайший, скорее всего, даже после выборов так все останется. Ближайший год приоритет на приобретение недвижимости. То есть, если вы вкладываетесь в экономику, покупаете квартиру или открываете бизнес, пожалуйста, ВНЖ. Но про покупку жилья это только в открытых зонах, то есть, которые не закрыты для ВНЖ, только в открытых местах. Это 75 тысяч долларов квартира по кадастру, и 400 тысяч долларов, это квартира или жилье, это сразу уже гражданство можно подаваться, то есть 75 это вид на жительство, 400 тысяч долларов вложения, это паспорт и гражданство. Также не отказывают, кто замуж выходит, это как всегда было, да, кто-то женится на турках или турчанках, вид на жительство, он же называется все равно туристический, но семейный, он семейный, но он как и туристический в том плане, что нельзя работать в таком плане, да, то есть до того, как у тебя нет гражданства, все равно работать не можешь. Вот этот семейный вид на жительство по браку без проблем пожалуйста, всем одобряют тоже. Отказов я там вообще не слышала. Вот, может, у кого-то есть, но я не слышала, чтобы кто-то женился именно, расписались, и супруги не дали вид на жительство семейный вот этот. По поводу туристических. Сейчас в стране еще и туристический сезон будет. То есть, если ты хочешь быть туристом, вот, пожалуйста, если 60 дней пересек границу, еще 30 дней получается, раз в полгода. Потом еще полгода, 60-30. То есть, чтобы люди не Оставались здесь. Я сейчас объясню проблему. Это неофициальное, но о чем говорят люди здесь в стране. Таких Эта история сложилась за последний год, когда по... началась война, и поехали иммигранты эм, с разных стран вообще, не только, эм, например, Россия и Украина, у нас также и казахи. Вообще здесь проблема с потоком из Туркменистана, э, тюркских народов, они очень многие нелегально остаются, нелегально работают, занимаются мелким подсобным всяким трудом. Это уборка, клининг всякий, э, грузчики, там, перевозчик мебели и так далее, это все без налоговой, все по черной, без видов на жительство они здесь даже находятся. Это очень незаконная история. Они здесь очень много, они все очень тянутся сюда, в Турцию, как тюркские народы. Язык очень понятный, в общем, здесь культура ближе и так далее. И за этот год, который произошел, да, приезжали иностранцы, вначале все было окей. Но и комьюнити, я, в принципе, это, да, как иностранка могу понять, люди здесь обжились за год. И что здесь у нас началось? Первое. Да, занято жилье, для местных не хватает, подняли цены. Окей, понятно. Иностранцы, которые сюда приехали, повели детей в школы и в садики. Да, у иностранцев там есть денег, кто переезжает, далеко люди не бедные, у кого есть деньги, естественно. Но так как есть закон один общий для всех, по прописке и в частную, и в частную пожалуйста, иди, а в государственную, если ты даже иностранец, твой ребенка все равно примут по прописке просто. И так у нас в школах было государственных наполнение большое детей, сейчас их просто вообще очень много. То есть проблема в образовании. Третье – комьюнити. Люди, которые сюда приехали, идейные молодцы, начали открывать свой бизнес. Да, если легально, пожалуйста, в экономику без по вопросов, поэтому ВНЖ бизнес тоже дают, да? Но это очень много нелегальной работы это парикмахеры, ногти, массажисты, всякие уже даже есть у нас врачи, которые онлайн принимают. Ты идешь там, что-то сдал какие-то анализы в клинике, в Турции тебе онлайн твой там доктор консультирует и так далее, так далее, так далее. Начались объявления в интернете, в Телеграме, ночные клубы для наших, комьюнити, вот это все, встречи, бизнес-встречи, тренинги. И сюда же к нам приехали всякие, как их назвать, эти бизнес-коучи и все прочие, как это назвать, инфо-цыгане. Все это тоже здесь есть. И это не контролируется законом. Это потоки денег. Естественно, турки хотят со всего, конечно, зарабатывать. Да? То есть, если ты турист, ты турист. Ходи, наблюдай природу, исторические ценности, путешествуй по стране, вопросов к тебе никаких нет, но ну, не работай здесь. И вот эта комьюнити огромная уже к концу 22 года очень скостилась и стало очень много нелегальной работы здесь, нелегального бизнеса, обороты денег, поэтому в НЖ тоже, кто вы, откуда изменились вот эти подачи документов, справка о доходах с вашей страны, чтобы это все было история легально про налоговую. Потому что здесь пошли вот эти потоки по крипте денег, сейчас это тоже будет отслеживаться и крипта и все прочее. Но и никто не хочет здесь видеть а, а, огромное такое комьюнити, а, которое бы какие-то свои правила и нелегально как-то там существовало, в основном все нелегалы, да, или кто на фрилансе работает, ну, что, ну короче, деньги, экономики в том плане, да, вы потребляете, а, Снимаете жилье, кушаете продукты, но как от работы да, налогов нет. Вот в чем прикол. А, а получается свои в ущербе люди мест. По поводу туристического вида на если вы его подаете, на что сейчас надо обращать внимание первый раз вы подаете, конечно же, голый пакет вот этих документов, в первичку. Вы его знаете, я думаю, да, он есть и на сайте ей список документов. Там теперь вместо банковской о доходах с банковской выписки, теперь у нас справка нужна о ваших доходах, если вы работаете на фрилансе с вашей компанией, с вашей родины. Если вы пенсионер, с вашего пенсионного на родине выписка, ваш достаток. Но мы не о пакете сегодня документов, а я хотела бы акцентировать внимание, как правильно это подать, что надо указать. Даже если вы сняли жилье, и у вас, э, у вас вид жительства ВНЖ туристический, вы должны себя зарекомендовать как туриста. В вашей анкете, вот самое главное, вы можете показать вот хороший голый пакет документов, приложить всякие брони, билеты купленные, брони отелей в течение полугода или года, насколько у вас там вид на жительство, вы подаетесь, что вы будете туристом, что вы будете путешествовать. Вот, например, наша поездочка в Каппадокию, Вот у меня забронировано там какой-то самый, там, например, дешевый отельчик. А вот автобусные билеты или самолетные и так далее. Естественно, это потом как-то можно отменить бронь, снять и так далее. То есть, если вы турист, покажите в анкете, что вы турист. Приложите скрины ваших направлений, куда вы едете, не просто вот смотрите есть брошюрка у нас там тур в Каппадокию, в Анталию, там еще куда-то, там не знаю в Фетхие еду, вы показываете вот отель с такого-то по такой-то, вот у меня билетики есть. Вот это очень классно будет. Это прямо сейчас, вот ты турист показываешь. У меня есть знакомые, несколько примеров, которые просто подавали, как мы всегда раньше, а типа ВНЖ туристический не одобрили. А кто прилагал вот эти документики, билетики, какие-то брони, э, отели и всего-всего прочего, даже купленные там экскурсии на какие-то даты. Вот вся эта история рабочая этим людям вот может быть дело случая, конечно, зависит от сотрудников ГЕОЧ, кто это рассматривает, у них эта история сработала. Не как правильно в анкете туристического ВНЖ указать, показать мои планы, да? Не пишите о том, что вы едете лечить зубы. Лучше не указывать, что у вас там дети планируют пойти в школу, например. Сейчас это не, вообще, это не очень, не ок. Да, у вас дети есть. Раньше это было, ой, мы такие семейные, дети, деть, с детьми мы тут типа сядем, будем жить, но ну, мы вот денежку будем приносить, за школу платить и так далее. Сейчас это наоборот. Лучше как-то не указывать эту тему, обходить, просто есть и есть. Не акцентировать. Например, дети у нас учатся на дистанционке в России. О, супер классно будет. это, это будет сейчас в приоритете. Ваша задача в анкете, презентуя себя на турецком языке, прилагая оплаченные билеты, всякие брони, показывая, что вы турист, вы можете написать, например, мы планируем приобретать недвижимость мы планируем открывать, например, бизнес, если у вас есть такая возможность, да, мы планируем вкладываться в экономику страны, вот такая подоплека здесь должна быть, или я планирую быть туристом, вот мои билетики, которые я оплатил. Если вы в анкете просто пишете «Еду в Стамбул», «Еду в Измир», «Еду там в Фитхия или в «Бодром» или еще что-то, вообще не аргумент. Не вот этот турист, который летом вам скажет, это повод для отказа. Ну, вон, у тебя 60 дней есть, ну, тусусь, съездив, и тусуйся, съезди, фетхей, домой улетай, пожалуйста. Это не основание того, что ты здесь год провел, да? А, про семьи я объяснила, билетики, и обе... заполняем анкету желательно на турецком языке, не на английском и не <свят> кириллицей никак. Потратьте, пожалуйста, на это время. Английские даже читать не будут, сразу вам говорю. Кириллицу 100%, 100% никто там вообще этим заниматься не будет я имею в виду человеческий фактор, то есть больше возможности того, что это отметут сразу, и даже зная английский, напрягаться просто не будут. У них есть указания, у них у сотрудников развязаны абсолютно руки. Нафига ему напрягаться читать что-то по-английски, когда он может даже на своем языке не читать и сразу отказ ставить, да? Если мы берем студенческий вид на жительство, который тоже есть, это все самая прощая история. Студенческий, то есть ты студент. На время твоего обучения в ВУЗе у тебя студенческая виза. Там справка идет от учебного заведения, в котором ты поступил, например, и учишься. Работать ты, конечно, не можешь по-студенческому, ты только можешь учиться. Там очень все просто. Тоже анкета заполняется, обратите внимание, лучше на турецком языке. К вам будет больше снисхождения, естественно, несмотря на то, что вы и студент-студент, а вообще, как бы, вопросов нет. Им тоже, кстати, неплохо одобряют видно. Я знаю, есть отказы, но в основном одобрения очень много. Студенческую визу можно оформлять в консульстве турецкого в вашей стране. Или либо здесь, в Турции. Затем там есть пакет документов, да, но для этого выезжать в Турцию не обязательно, можно заранее ее сделать и с ней приезжать. Также и бизнес-виза оформляется. Есть еще медицинская виза, медицинский вид на жительство. Это справки, вызов врача на операцию, на какое-то лечение тоже всем одобряется, это вообще без проблем, медицинский туризм – святая история, но на тот момент, пока вы будете лечиться. То есть этот срок будет заложен в вашем вызове врача в датах, которые там будут написаны, либо там медицинским учреждением, это может быть какой-то там медицинский по восстановлению реабилитации центр, и все-все-все вот такое. Но медицинская ВНЖ, медицинская виза, она работает только на вот этот период указанных дат. На год вам остаться здесь не получится. То есть если бизнес-виза, она каждый год там продлевается, например, а вот студенческая виза, она в срок, пока вы учитесь обучение, пока вас не отчислили, например, или вы не закончили обучение, а медицинская только на те даты, когда у вас происходит здесь обследование какое-то или лечение. Там эти даты все указываются в документах. Есть еще срочная медицинская виза. Она дается вообще без очереди, тоже через ГЕЧ. То есть, когда есть угроза жизни, экстренная какая-то ситуация, экстренная там операция или еще что-то, это знают клиники, там собирается очень быстрый пакет документов, экстренные там справки идут, и по сути ты влетаешь в страну, а ГЕЧ тебе уже оформляет вот это медицинское разрешение на въезд, сделается ты приступаешь к лечению, там операция или еще что-то, спасается жизнь человека. При этом ГЕЧ вот открывают бессрочную медвизу, то есть даты окончания там может не быть, все будет зависеть от обстоятельств. Когда у вас заканчивается выписка в больнице, когда вы долечились, закончилось лечение, то есть это вы с больницей коммуницируете они дают вот эти даты, и они тогда вот в эту визу вписываются ГЕОЧем, и вы как бы все, ваша виза, скажем так, экстренно-медицинская заканчивается. Если вкратце, вот до выборов, до 14 мая на данный момент, вы либо покупаете недвижимость, вкладываетесь в экономику страны. Это либо ВНЖ, либо паспорт гражданства можно получать. Если туристический вид на жительство, индивидуальные отказы, нет гарантии, никто вам не гарантирует, что вам могут подтвердить, могут отклонить. Если вы хотите увеличить шансы на получение ВНЖ, Будьте готовы к тому, что анкета на турецком языке. Лучше свяжитесь с каким-нибудь хорошим переводчиком, кто-то перепроверит и за вас красиво, грамотно напишет и будьте готовы предоставить документы, всякие билеты, скрины, брони, оплаченные для того, чтобы доказать, что вы турист в этой стране. И если вы по поводу женитьбы, свадьбы и всего прочего с гражданином Турции, то там без проблем эти все документы, все вопросы гражданину Турции, который вас принимает, там проблем нет. Так что я всем желаю удачи. Будем ждать 14 мая, что у нас после выборов будет. Поверьте, там очень быстро в течение месяца эти правила, они будут новые, они изменятся, все как раньше точно не останется. Либо у нас еще поток сейчас уменьшится, очень много людей, отток иностранцев, кому не одобрили ВНЖ, соответственно, может быть, потом все надеются, как минимум все ждут выборов, что потом больше одобрений пойдет, потому что просто физически, скажем так, в стране будет меньше иностранцев, не будет перенасыщения. Спасибо всем за внимание, если кому-то нужна моя консультация, в инфобоксе под видео есть моя почта, Пишите тему ⁇ Письма консультация ⁇ Пишите ваши комментарии на эту тему. Надеюсь, всем желаю, что вам одобрят ВНЖ, если вы в нем заинтересованы. Спасибо всем. Пока.